Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет ролик совместно с моим отцом. Привет! Привет! Привет, сыночка! Моего папу могли видеть и на лайв-канале, мы снимали с ним рыбалку, там мы на даче отдыхали, может кто-то уже заочно знаком с папой, ну а может кто-то нет. Сегодня у нас ролик будет символическим, 21 июня, День Отца, и мы сегодня решили записать совместное видео, но не по Brawl Stars, а по PUBG Mobile. Сегодня я буду... так сказать, обучать папу. Мы поиграем вместе, может он что-то сам уже поймет и знает, он уже в стрелялке играл, но только не на мобильном. И было это 15 лет назад. Ну да, в компьютерное, там Call of Duty там и прочее. Сейчас мы попробуем сыграть по Mobile, это просто ближе по его тематике, так как, ну, понятное дело, что Brawl Stars ему вряд ли будет интересен, а вот стрелялки это что-то ближе. Мы сейчас попробуем, это будет весело, интересно, если вам ролик такой понравится, то обязательно ставьте лайк, если мы что-то еще записали с ним вместе. Подписывайтесь на канал, возможно, даже запишем битву сундуков, если много лайков наберет. Пишите в комментариях тоже свое мнение про этот ролик. Ну и, в принципе, вот тебе планшет, бери его в руки. Так, сын. Не скажу, что для меня это будет легко и просто, потому да, что... Ну, так нормально, все мы готовы к тому, что ты играть не умеешь. Держи. Хотя, может, сейчас ты топ-1 займешь. В общем, PUBG Mobile, что это такое? Ну, это стрелялка, видишь, меню, тут персонаж. Тут ничего не надо, никакие оружия покупать, ничего, это все собирается со временем, во время поединка. У нас тут еще мой сын будет в кадре, еще Никита рядом тоже, это... мой брат, тоже сын папы. Короче, у нас тут целая семья, мы сейчас будем учить папу играть в PUBG. В общем, нажимай кнопочку начать. Погнали в классический, так. Да. И сейчас будет идти подбор соперника. Садись, Никита, будем смотреть. Сейчас папа будет играть в PUBG. Так, вот сейчас пошла загрузка. Ты мне сначала расскажи, как управлять ним. Да, сейчас запустится игра. Не-не, сейчас папа будет играть. А ты потом, хорошо? Поставь лайк сначала на видео. Лайк за такую огромную семью. Ставьте а ты потом. Yeah. Итак, так, папа, смотри, слева так, джойстик. Так. Вот. Попробуем вот это, поуправлять, да, побегать. А, вперед, назад, ну, влево, вправо. Как бы понятно... Механика. Да, ну, механика в раньше понятна, джойстиках, теперь... помнишь, там в Денди, в Сегу тоже да, джойстиком так управляли. Ну там просто кнопка была. Да, тут сенсор. На экране. Да. Тут надо посмотреть. Справа, смотри, есть... А угол, как-то я знаю, есть угол... А, вот, угол наклона. Ага, вот так. Просто... В свободном так, участке, там, где нету никаких кнопок. Вперед. Вот. А, так, а как, чтобы, стрелять, ударять, а как, чтобы побежал вот, налево? Налево. Боком. Ну, боком. Нет, нет, смотри. Ты просто повернул вот, и идешь а, вот прямо. Так. Ох, да, ничего. Не, ну, большим а, пальцем, все, да. Большим. Да, так. Вот. Так. Значит, справа есть управление. Кулачок – это удар. Так. Нажми так, на вот него. Вот это прыжок. Раз, пум-пум. Так. Вот это прыжок. Только что ты можешь нажимать на кулак и прицеливаться, соответственно. А, так? Да, а, то есть можно зажать... Зажать ну, кулак и вот поворачивать. А это что мы летим? Мы сейчас летим на самолете, мы летим на остров. Сейчас мы высадимся на какой-то базе. Никит, ты знаешь, где высаживаться, чтобы залутаться? Вообще любую локацию. Любую локацию. Ну, тут без разницы. Короче, сейчас мы подлетим немного к острову, нажмем прыжок, и мы с парашюта полетим на остров. Я самолетом не управляю. Не, самолетом не, самолет сам летит. А, так. Кнопочка появится. Забавная вещь. Да. Сейчас подсажу, папу, да будет стримить. Так. Времени свободного достаточно. Так, а где у нас... А еще нету, да, прыжка, Никит? Я не знаю. Вроде бы... Не, подожди, я не знаю. Так. Что, нажми? Отменить? Отменить? А, вот, да, все. Это ты просто следовал. Короче, прыгай. Нажимай прыгать, да. Прыжок. И все, и управляй персонажем, лети куда-то на... А, вот так. А, вниз, стоп. И вот так вот делай. Да, все, теперь вниз. Лети туда к домикам. А, вот вниз. Наверх, наверх. Видишь, к домикам. Вот сюда лети, вот здесь, вот туда, вот туда. А, вон туда, да? И направляй сюда. О! А он, папа, так не долетит. Почему? Ну, это очень далеко. А где ему сбросить? И он даже с парашютом. Вот вниз. Тут есть домики, и хватит. А, ну окей, окей. Так давай я сам буду, я же учусь, не ты. Ну, что ты? Ну, так я же показываю. Папа сам топ-1 займет. Ох, что-то получилось. Так, ну и влево уходи. Ага. Да, на дом лети. Может, тебе реально понравится игра-то? В доме на мобильном будет... будешь у себя играть. Смотри. Я уверен. Так. В доме будет оружие. Тебе нужно его собирать. Да, да. Ты сейчас будешь, короче, собирать одежду, оружие. Броню. Броню. Так, не туда, что-то я... Стоп. Что-то у тебя с этим... Так, с... теперь... Так. Напрямо? Да. Не, я думаю, так, на как? Не, стоп. Иди прямо и вот этим вот поворачивай так, туда. Так, и беги джойстиком. Все, а джойстик, так, и беги джойстиком. Так, вам легко говорить, потому что вы управляете. Так ты можешь палец отпускать и опять. А, вот так, и то опять. Есть вот так вот отпустил и еще раз. Все. Так. Ну так будет удобно. А как ему ускориться? Я уже забыл.
Ну, вот да так... не надо мне ускориться, я еще так сориентироваться должен. Так, ну заходи в какой-то дом. Так. В любой. Дверь сама открывается. Видишь, вверху живо 97. Всего 100 было, видишь, уже троих убили. То есть ты уже не последним умер, это хорошо. Так, собираем прицел, нажимай на него. Монокль, ага. Собираем его. Так, есть. Так. Я взял, да, его? Да, ты его взял. Так, выходи, да? Беги, беги. Или ты будешь с нами? Да. Да? Так. Вот, заходи сюда. Так, смотри. Так, это что патроны, у нас? Наверное, это пачка. Патроны, подходи, да. Бери патроны, взял. Это с дробаша патроны. Так, зайди нет, в ком. Нет, это 9 миллиметров, а это с ППшки. Так, идти в другой дом, да? Ну да, а надо... А что он показывает, что-то он... По тебе уже стреляют, убегают. Тебя стреляют. Да? Нокнули, тебя нокнули. Вырубили. Так, а что я ползу? А в смысле? А мы в зуму играли или что? Да, складные. А, ты с командой играл, надо в соло. Ничего себе. Красава. Давай, я понял, мы включили тебе команду. Не нашли. Окей, сейчас мы ему включим соло. Так, мы поставили соло режим, папе, ну попробуй вот его отмудохать, он сзади, сзади. Так, подожди, сейчас я вспомню, как разворачивать. Да, вот так вот, только быстрее немного. Так, и... Наводись на него, вот, точечка. Наводись поближе, да, и все, нажимай. А что, у него голубь на этом? Да, да, ну это скины, это донатное все. А-а-а, донатеры. Как он так быстро ими управляет, я даже не... Давай, подходи, да. Так, и... Подходи, так легко сказать. О! Да что такое? Да ты его все равно не убьешь. Нет, смотри, смотри. Давай я тебе покажу. Смотри. Вот, вот, просто так сенсором бежишь, бежишь, подбегаешь, так управляешь. Так. А, все, уже летишь. Ну все, да. Летим. А как уже 98 человек? Это, типа сотка не набралась? Нет, это да. Это либо не набралось, либо они вышли из этого. Понятно. Так, окей. Ну что, сейчас мы высадимся и попробуем, чтобы папа залутался. Данечка. Да. Да, будем с папой. Давай опять. Пум! Команда поддержки. Так, и туда, к домикам, да? Он долетит, Никита. Ну, если вот так вот летит туда, там, а, вот так? Вот так, стрелочку туда вверх. Но он не долетит. Долетит, не? Нет, ты посмотри, как он медленно на карте. А, окей, тогда вниз. Вот, посмотри вниз, там есть домики какие-то? Подожди, да я попробую. Ну, вон домик. А вниз? Так ты до них не долетишь, я же говорю, ну, ладно. Вниз смотри. А-а-а. Чтобы на дом а лететь. А как ему вниз посмотреть? Ну, вот, вот. А, вот, ну вот, ты как раз ровно в дом сейчас попадешь. Все, на него лети. То управляй же вот этим. Вот так вот. Так будет быстрее. Ну, подожди. Ты так будет скажи, быстрее. Ну, так, скажи, управляй джойстиком, а не... Что ты рулишь за меня? Что я просто сказал? Так, хорошо. Так, сейчас мы посядем. Сейчас, еще немного. A few moments later. Будет быстрее, если джойстиком. Что-что? Ку-ку хочешь? В прятки хочешь играть? Да. Сейчас будем играть в прятки. Я примерно уже понял, как приземляться. Так, приземляемся. Сейчас возле калиточки. Так, отлично. Упс. Так, ну... На забор. На забор, так. Так, все, залетаю. Ты можешь не так. Доводить, ты можешь отпускать и еще раз вот так. Да-да-да, вот так. А, так. О, тут уже что-то есть. А, ну... Не, все не надо брать, это... просто гранату возьми. Это так. Два одинаковых. Ну ладно, ладно, то они сейчас... Пусть. Ну, вот запасные. Так. Надо, чтобы пушку папа взял, надо попробовать. Да, оружие вообще не а понравится. А можно со своим? У тебя нет его. Так, не, ну тут, да, нет, надо собрать, найти. Так, зайди в комнату вот эту. Вот эту, да, заходи. Ну, хоть что-то, хоть пистолет какой-то. Направо посмотри. Нету ничего, нету. Смотри все комнаты, тут дом большой. Да. А что он так приблизился, что близко стало? Ну потому что ты к стенке встал. Нет, ты не отрывайся, ты так плавно води им просто. Вот. Так. У меня голова уже закрылась. Налево. Вот, на второй этаж. На второй этаж давай. Так. Поднимайся. Давай. Налево. Так. Боже мой, как же вы... Давай. Теперь... Да нет, так не на балкон. Да, по комнатам. Теперь я понимаю, как нелегко вам трудиться. Ох ты, да господи. Давай, перейдем. Так, ну не, ну сегодня кого-то должен кильнуть. Сейчас получится все. Кильну я однозначно. Да, да, да. О-о. Так. О, жилет, у тебя уже есть бронежилет, отлично. Я подобрал, да? Да, он подобрался сам. Так, заходи в комнату. Оп, что-то есть. Так, подходи. Это прицелы? Нет, ну тебе... Че, коллиматор возьму. Коллиматор — это классная вещь. Так он не на все оружие подходит. Так. И то у тебя даже пока что нету куда вешать. Так. Опа, что здесь? Патроны.
Все, пошла жара. Так, смотри, у тебя, видишь, патрон появился, ты им стрелять можешь патроном. Вот прицелься куда-то, попробуй выстрелить. Прицелиться? Надо что-то такое интересное. Картина, картина, стрелять. Вот это патрон, да? Да. Давай. Оп, и ты можешь нажимать, зажать и вот так вот водить, чтобы целиться. А потом, когда стрелять несколько раз, надо... Не, зажми вот, просто. Вот так, да? Да, а, да, на пистолете, да, на пистолете, да. Перезарядись, там внизу есть. Вот, видишь, вот такие вот. Перезарядись. Никит, ты показывай, я буду сам нажимать. Ну, только от того, что я нажму один раз. Так, хорошо. Ну что ж. Ох ты мой. А, стой. Выходить, да? Пап, ты еще можешь прицелиться, вот, видишь? А, да. Подожди, тебе еще в комнате здесь что-то есть. Я просто, смотри, ты можешь нажать прицел. Так, это что такое? Рядом кто-то ходит, видишь? Лошади. Да, кто-то рядом в кто-то комнате есть. Так, давай, сейчас мы кого-то убьем по-любому. Подождите, сейчас мы посмотрим, о, кто здесь. Отличный энергетик. Бронежилет. А он тебе уже был? Я такой же, да. Так, если так. Он светится желтым, значит у тебя... Хуже. Так. Да, у тебя хуже. Так. Или вообще... Надо вот кто-то есть в этом, в квартире, надо кого-то... Вот, видишь, там шишки такие есть на карте? Да, ну вот они. Тут где-то. Здесь, да? На улице, наверное. Вот видишь, он на улице. В окно выпрыгни. Да не, пускай выходит. О. Выходи на улицу. Ну, с пистолета сложно будет убить, но... Давай. Слева. С другого лева. Ух ты, господи, боже ж ты мой, а. Все, беги. Так. Сзади, ну ладно, выпрыгивай. Так. Да нет, так выпрыгни с балкона, чтобы... Он как? Рядом с домом, он не в доме. Да, оп. Все. Тик. Опа, стреляй. Оп, давай, ты сможешь. Зажми и наводись на него. Так, тихо, подожди, не торопись. Так, он сейчас с этой стороны может забежать. Да он так быстро не перебежит весь дом, пап. Так он... я сейчас забегу. В дом запрыгни через окно. Да зачем мне в дом? Так он в доме. О, давай, стреляй. Давай. Отлично. Оба, ничего да себе. Да он тебя не убил, пап. Ничего себе. Отлично, первый килл. А как вы думали? Лайк, подписка. Иди к нему, иди, лутайся, у него там будет сейчас лута, просто труба. Оружие, патроны. Там сейчас вообще... Так, стой, забрал, видишь, нет? Ящичек, вот, нажми на ящик, открой его. Так. Открой. Так, о, эмочка, да, все. Бинты, вот энергетики, патроны. Все, теперь вот нажимай на эмочку. Эмочка. Ага. Перезаряди ее, видишь, ноль. Да, она сама перезарядится. А, ну да. Все, теперь у тебя волына серьезная, да. И уходи. Так, идем дальше. О, у меня что, каска или тукипка? Да, это... Ну, это шлем. Каска вообще, шлем. Шлем у шахтера. Тут он называется шлем. Ну, в принципе, у шахтера каска. Так. Стой, тут можно прицелиться, вот просто посмотри. Да, я как прицелиться? А, не, нажми на прицел. Нажми, чтобы просто посмотреть. Просто, чтобы понять. А, о, видишь? Так. Угу. Это для дальней стрельбы, да? Только да. Для меткости. Да. Но это у тебя еще нет прицела. Вообще есть прицелы там с зумом, там оптические. Сейчас найдем. Так. Так, ну здесь я понял, в доме уже ловить нечего. Да, все, беги, просто беги. Подожди, мы сейчас зайдем вот на... А вот, видишь, полоска. Полоска. Да сейчас, подожди, Никит, да подожди, подожди. Он же... О, он что-то какой-то глушитель нашел. О. Компенсатор. Да. О, так, ну все, выходи из домика. Все, это не надо уже. Она будет сама подбираться, все. Да, я вам скажу, ребята, мне начинает нравиться, мне нужно научиться разбираться. Я бы на клавиатуре, наверное. На клавиатуру я обрубал. Есть такая игра на клавиатуре. Да, есть. Это мы играем в PUBG Mobile. Так, это тебе мобильная версия. Тебе надо развернуться. Видишь, и бежать. Вот такая полоска. Да. Надо прям по ней. Так, бежать. А, вон указатель, все, и я видел. Все, по компасу. Все, беги по туда. Карте. Да. Все. И тогда просто. О, кто-то там есть слева. Тихо. Прицел. Вот, убил! Иди лутай. Два убийства уже. Так, хорошо. Не убийство. Поражение противника. Назовем это так. Открывай ящик. Да? Да, открывай ящик. Да, ящик. Так. О, скар. Так, глушитель на СВ-шку, да? Что брать? Все, ты уже все взял. Скар — это самые лучшие. Ну, я бы не сказал, что скар самый лучший. Ну, как для меня, я просто раньше же играл у него. Ох, а тут... Будь здоров. Будь здоров, правильно, Даня. Так, на карту, вот сюда маршрут. Будь здоров. Будь здоров. Давай пять. Так, хорошо. Все, просто идем. По склонам бегает, да? Да. Тут еще есть машины, но они встречаются на трассе. Ну, то есть. Ну ладно, так, нет, пускай бежит. А как показывает карта, что рядом кто-то есть противник? А вот смотри, тут смотреть? Шашки будут. Тут шашки или стрельба будет? А если когда по мне стреляют, куда мне наблюдать и индикатор? И шашки. Вот смотри, тут будет шашки, и видишь, вот. Вибрировать не будут, нет? Нет, смотри. А если под тебе будет стрелять? Так, стоп. Так. Во-первых, ты услышишь. Подожди, осмотримся. Или карта не показывает, или может показать карту? Не показывает. Если они...
где-то засели, то не покажут. Так надо смотреть. Да иди, наоборот, нельзя останавливаться. Понимаешь, даже вот где-то люди, которые уже хорошо играют, они там и за деревом кого-то увидят, там фух, там, ну. Ну так я же хочу осмотреться на местности. Ну да. А я же могу выбирать путь, смотри, если я буду идти по Юра, вдруг вверху, мне же сверху будет лучше видно, да? Ну да. Ну, вот да, я да. Пойду по вряд ли тут кто-то будет, я думаю, все в зоне сейчас, поэтому беги. Уже в зоне? Какой? Да. Смотри. Вот, видишь, мне отсюда видно хорошо. То есть тебе влево надо, слева, влево. Я бежать. Вижу, вижу. Я в просто... этой игре а вон, есть... смотри, вон бежит. Вон, 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 смотри, вон. А ну, прицеливайся. Нажми прицел. А не, он далеко, пап. Нет, он, ты не так вот, я по бугру ты пойду. Ты только спалишься, только спалишься. Я да, по бугру да, да. пойду, мне... Подожди, а где у него прицел? Вон, смотри, он бежит. Нету, нету у него если прицела. Будет бежать, он сейчас должен это... через определенное время там в углу выбежать. Да, иди, иди на угол тут. Так... Видишь, он ориентировочно должен здесь быть возле того он, дерева. Вон он, там идет. Нет, он не по низу пошел. Да я его только что видел, как он там прыгал. Нет. Он сейчас будет вот здесь с правой стороны где-то. Вот здесь он должен. Ну посмотри, может быть. Здесь он должен где-то быть рядом же. Вот, где-то здесь. Тихо. Так. Вон он, у дороги бежит. Он, вон, бежит, бежит. Прицелься, он. Прицелься. Прицелься и стреляй. Все, пали по нему. Да, как тут, я не могу. А ты можешь прямо. Да, сложно подойди попасть. Подойди поближе. Без, если без тебя, прицела, да. Если бы у тебя снайперка была бы, да, или прицел. Или прицел, да. Я просто управлять еще особо ну, не... Ну, понятно, да, но эти более так, отдача... Так, приближаться мне к тому дому. Так, я перезарядился? Но ты уже ходить умеешь. Да, ну так. Более-менее. Чуть-чуть, более-менее. Так. Вон, видишь, он идет? Да-да-да. Он да, сейчас да. будет лутать... Не, беги к нему, да. Он сейчас будет в доме искать вещи. Ты можешь так, к тому дому он... подойти? Я не знаю, он туда вроде пошел. Так, а давай пока маленькое помещение смотрим. Начнем с маленького. Тебе еще много, много чего можно найти интересного. Ваня, я в общем понял, я никуда не спешу. У меня время не ограничено поиграть, да, поучиться? Да, можно играть вообще. Все? Да бесплатная игра. Может каждый в него поиграть. Ссылочка, если что, будет в описании, ребят. А на чем я смогу дома поиграть? Можно на мобилке. На компьютере тоже можно. Ну, на мобильном. Ну, это... Не, ну, согласись, на мобильном всегда... Да, будет всегда, ну, под да. рукой. То всегда. Есть, если хочешь, можешь поиграть на мобилке. Вот у меня с управлением. Значит. Заходи. Вот. В любом месте, где есть интернет. Так, ну, тебе надо выходить отсюда. Так. Мы смотрели, мы начнем осматривать... Стоп, это стреляет кто-то или нет? А, не, тут не, пока никто не стреляет. Кажется. Осмотреть помещение за помещением, чтобы не оставить никого-нибудь за спиной. Так, здесь карта не показывает, куда идти. Вот я пришел в помещение, пока их не осмотрю, да? Ну да. Так, ну пока вроде тут никого нет, шаги бы были. Открыть, так. О, тут что-то есть интересное. Тут снайперка есть и прицел, пап. Миник? Чтоб... Вот, не, подожди, тут СВД есть. Возьми. О, X2 прицел. А ну, прицелься вот сейчас, прицелься сейчас. Опа, смотри. Совсем другое. О, я люблю стрелять. Это винтерес. Так. Так, 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 так. Теперь надо где-то можно выбрать точечку, чтобы... Прицельно стрельнуть? Не, на вышку можешь залезть. Но тут видишь, зона вот эта подходит. Тебе надо убегать, это потому что зона... Можно сказать, буря. Буря, да. И надо да. убегать от нее. А вон, смотри, вон. Так, нет, пап, ты идешь на бурю. Да, тебе надо убьет. В другую сторону. Видишь? О, там стрельба, видишь? Значит, там кто-то есть. Вот, видишь? Так, это там, где это? Вот там, вот там. Давай ты мне здесь а, покажи. Вот там. Да, вот. Я же тебе показываю. Вот сюда, да? Да. И так, вот там прицел включи, посмотри территорию. Сейчас. И посмотри, кто там, где там. Так. Так сейчас мы... Правей, где-то. На вышке нет. Так, никого, внизу. Тут можно еще садиться. Надо ближе идти. Опа, по тебе. Стреляю справа, пап. С прицела выйди, чтобы быстрее нацелиться. Так не, прям справа, пап. Вот да, справа. Сюда, а где? Где справа? Ну опа. Справа, папа. О, давай стреляй. Справа. Опа, молодец. Три убийства. Среди. Так, сейчас залутаю его, может что-то интересное у него есть. Открой ящик. Так, ну то такое. Ну то такое. Так, окей. Что дальше нажать? Все, ничего, просто отбегай. Что, опять выстрелил? Нет, в буре не надо. Пускай выпьет энергетик, чтобы подхилиться. Так, сюда бежать. Остановись. Выпей энергетик. А? Энергетик, вот, нажми. Все, да. Сейчас нажми. Просто нажми и отпусти. Все, сейчас он выпьет его, чтобы... Так, а вон ящик там сидит. Не, это уже все, мы его залутали. Так, да. Направляюсь по пунктирной линии, да? Да, и беги, все. И просто беги. Туда, да? Опа. Так. Так, здесь же может быть кто-то в доме, да?
Ну, вряд ли. Тут они все уже ушли из зоны, да. Потому что, видишь, эта буря может поджать и убить. От нее нужно убегать. Так. А эта линия тебе помогает, куда бежать надо. Так, у меня сейчас со снайперским прицелом, да? Да тебя не будет видно, если ты будешь там стоять. Если ты хочешь поменять, то маши сюда, вот сюда, подойди. Вот. О. Пока менять. Маши. Ку-ку! Так, это у меня на пути. Осмотреться, может, там кто возле автобуса. Я возьму слух, а то мне неудобно уже стоять. Да, конечно. Так. Это катка подлиннее. Мне показывают через. А ты можешь и переплыть. Ну, можешь спрятать оружие, чтобы быстрее бежать. Все, ускорься просто. Вверх вот так потяни, еще вверх потяни. И до того кружочка дотяни. Все, и беги. Она теперь сама будет бежать. Так, стоп, он впереди кто-то бежит. Бери пушку, прицел включай. Стой, нажми еще раз, да, все. Да, ёлки-палки, мне. Вон он лежит, давай. Вон лежит. Все, прицелься чётенько. Остановись. Нет, прицелься в голову. Папа, остановись. Разброс будет сильный. Все, поехали. Остановись, папа. Отлично. Всё. Четвертый килл. Смотри, он сейчас кого-то стрелял. Значит, там Данечка, кто-то есть. Что? Давай мы сейчас бежим, заберем. Вот, человек повезет. А, да. Прицел. Я же говорю, он же с кем-то перестреливался, значит. Давай, ты прицелься, да, и стреляй. Отлично, почти. Бери патроны. Там мне, подожди. Да, патроны закончились. Так, патроны закончились. Что сделать? Прицел. Ну, прицелься, да. Так, подожди, он еще не вышел, он за деревом. Иди к нему. Иди к нему, да. Выключи прицел. Все, беги к нему. Он хочет тут выйти. Прицел. Сейчас, подождите. Дайте мне... Да. Сейчас он выглянет, сразу его выстрелишь. Так, он сейчас... Ну так, ты будешь медленно идти, но зато ты сможешь сразу... Он сейчас... Оп. Стоп. Надо отдачу контролировать, вниз немного отводить. Понял, как только ты стреляешь? С этой стороны, Никит, не жужжи на ухо. Так, сейчас. Должен где-то вот так, с этой стороны он. Зарядка. Отдачу контролировать. Сейчас я буду... Сейчас посним. Блин. Ну я... это уже игрок, который был такой, он уже там мансил. Я мне на вот не могу. А как вот стрелять на патрон? Если нажимал, он стреляет. Ну ты. То есть надо возле патрона. Да, возле патрона водишь вот так. Возле патрона, да. Потом, когда ты даже водишь, даже по патрону можешь водить, если нажал где-то сверху, то оно не будет нажимать. Нажал на патрон и уже водишь. И все, оно будет стрелять. Так, то есть, пока ты не отпустишь палец. Ну что, как тебе игра? Мне? Да. Ну, нравится, только ты говоришь, 20 минут прошло, я только 2 минуты. Для меня как 2 минуты. Продолжай. Так. В общем, дорогие друзья, папе игра очень понравилась. Может быть, еще запилим что-то, может даже трансляцию проведем, если вам понравится. Вы обязательно поддержите лайком. Если поставят лайков побольше, я буду играть больше. Так это не от меня зависит, конечно же, ставьте. В общем, вы все видели, можно даже играть с родителями, нету возрастной категории по играм, все мы в душе дети и всегда нам хочется во что-то поиграть. Поэтому сегодня день отца, я еще раз папу поздравляю. Спасибо. Мы все... Я поздравляю меня. Я же тоже отец, поздравляй меня. Папа. Гарри, поздравляю. Отец сыном. В общем, проводите больше времени с родителями, ставьте лайки, подписывайтесь. Всех отцов с праздником. На этом мы будем ролик завершать. И если хотите еще какой-то видос с папой, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, хорошего настроения и не болейте. До свидания. Пока. Ссылка на папку в описании.